Масса 48 тонн, максимальная скорость 60 км в час. На международной выставке по оборонным технологиям IDEX-2013 в Абу-Даби продемонстрировали, на что способен модернизированный танк российского производства Т-90С. Его характеристики позволяют экипажу отражать атаку противника при любой погоде, в любое время суток и достигать успеха в самых разных видах наземного боя. Танк оснащается системой автоматического переключения передач и комплектуется, по желанию заказчика, кондиционером. Другой новинкой, представленной на салоне IDEX, стал «Терминатор» – боевая машина огневой поддержки танков. Она способна противостоять БМП и другим бронемашинам, отражать атаки вертолетов и низколетящих самолетов, уничтожать огневые сооружения противника. Примечательно, что российская техника входит не только в состав национальной экспозиции. В частности, сухопутные войска хозяев выставки Объединенных Арабских Эмиратов начали демонстрацию своей мощи именно с российских БМП-3. Один из экспонатов на стенде хозяев салона – многоцелевой бронетранспортер «КРАС», созданный на шасси одноименного вездехода. Машина предназначена для оперативной доставки личного состава воинских подразделений и их огневой поддержки. Международная выставка вооружений IDEX-2013 обещает стать самой крупной за всю историю. В этом году в работе салона принимают участие более 1100 профильных компаний из 59 государств. Выставка завершится 21 февраля.